всем привет! Меня зовут Даня, и мачеха обновилась. Да. Раньше были сложности нормально и сложно, потом добавилось еще легко, а теперь еще и призрак. Только когда я играл в эмуляторе, я никакого призрака тут не заметил. Это, наверное, не призрак, я бы назвал, а... Ну, просто без без мачехи. Почему я их путаю с монахиней? Потому что, наверное, мы... Ладно, сегодня я буду играть с музыкой. Кевин, Майк, Лео какого-то. Погнали. Так, звук. Ладно, без звука буду. Хотя, лучше от звука. На призраке сначала покажу, как там все такое творится. Ну, там полная такая штука творится, что мы даже ничего использовать не можем. Мы не можем брать вещи. Я хотела вам показать кое-какой баг. Надо посмотреть вниз, и еще потом вниз опускать, когда игра перевернется. Вот. Больно. Без звука. Реклама. Поздравляю. Самое время похрустеть по-новому. Хрустить? Новые вкусы. Надо. Легко и играть. Когда мне исполнилось 21 год, мачеха сошла с ума и совершила все фамильные ценности, которые завещал мне мой отец. Мне нужно вернуть то, что принадлежит мне по праву. Окей. Вернем. С помощью этого волшебного яблока. А буду много умирать, говорю вам сразу. Продолжить? Да. Я люблю продолжать. По-бырому. Вот вообще, зачем делали режим призрак, если там все равно игру пройти нельзя? Вот в чем главный вопрос. Найду и докажу! Только что посмотрел на комп и... Я под именно этой кровати прячусь. Кстати, у меня эмулятор английский, поэтому у меня даже мачеха говорит по-английски. Сейчас покажу. Ну, не покажу, а... В общем-то, слушайте. Ну? О, боже мой! Кью-кью-кью.
прячемся. Во, сейчас будет говорить. Ждем ее. Я не зря все-таки-то эмулятор на компе врубил. Скоро придешь или нет? Во. I know where you are. Да. У меня на эмуляторе мачеха англичанка. У меня все на эмуляторе английское. У меня даже главное меню английское. Погнали. Где ты прячешься, скотина? А ты дура. Кстати, просвечивает. О, боже мой. Найду и накажу! Когда она приходит, я никогда не покажу. Орать мне тут глупо еще. Да. Дрянной девчонку ждет сковородка! А тебя что ждет? Тоже же твоя же сковородка. Только надеюсь в жизни. Потому что... Погнали! У меня так незаметно еще никогда не было. Где ты? Я под кроватью. Под твоей кроватью, причем. Да уйди ты уже! Долбал. Я знаю, где ты, тварь! А ты дура. Локи говорит, что она дура. Да. Найду и накажу! Саму себя накажу. Бум. Кстати, если вы не подписаны, подписывайтесь. А у нас 10 миллионов человек подписаны. И еще 3 секунды ставьте лайк. Раз. Давай. Три. Если успели, то внутри. Ладно, я не буду врать. Я жив, я до сих пор еще жив. Оп, все, погнали. Я уверен, что это на втором этаже. Сейчас даже вам докажу это. Вы, ребят, не представляете, но я не могу смотреть рекламу. Я труп.
сковородку. Где ты прячешься, скотина? Задолбала уже это делать, так что грубые слова отключаю. Шумли вот тут. What the fuck? Я сейчас сдохну. Она обычно такая слепая, что мне даже тут не находится, это замечаю. Но она меня наверняка сейчас убьет. Я же говорю. Валим. Кому ты попалась? Скотина. Я-то тебе что сделал? Это ты у меня забрала эти ценности. Сам у себя накажи. Бомс. Ладушки, я тебе скажу, сколько я уже снимаю. Я уже снимаю 15 минут. А вот это больше. Пора валить. Сюда иди! А ну! Кому?
Она была дома. Это что? Ну пока. Вы выиграли, но это еще не конец. Игра будет обновляться. Ну, на этом все. Попробуй дезодорант Nivea Men для черного и белого. Всем пока-пока.